Ну что, welcome back to my channel, дамы и господа мормоны. В общем, сегодня у нас похолодало, где-то сейчас у нас минус 5, минус 6, ощущаемое с ветром минус 9, но тем не менее я на рыбалочке, приехал снова на то место, где я ловил мухами, опять начну ловить сейчас мух, начну вот с такой вот мушки оливковой. Попробуем. Оделся сегодня не как в прошлый раз, оделся потеплее, поэтому сейчас, может быть, хватит меня тут на пару часиков постоять, подкидать, и уже мне этого будет достаточно удовлетворить, как сказать, снять зуд, поймать пару рыбешек, и уже будет нормально. В общем, пробуем. Начну с мух, а там как мазь попрет. Если будет опять жалко их отрывать, ну, перевяжусь на что-нибудь другое. Уверен, что на этом участке есть хорошая рыба, которая в прошлый раз просто не клюнула. Не смог я к ней подобрать ключ. Может быть, ее здесь не было на участке водоема. Может, еще что. Ну, потому что здесь такая приемлемая ямка, в которой очень хорошо стоять разной рыбе. И окуню, и бели. Сейчас немного раскидаю лесочку, которая здесь сложилась. Лесочку поставил 007. Начну с 007. А там дальше будет видно. В общем, все. Начинаем. Забыл дома катушечку со стером. Хотел взять, протестировать его именно в таких условиях, для которых я его и планировал. Зима, холода, и, к сожалению, забыл я катушку дома. Ну, поэтому буду монкой. Ну, поклевка была первая, кто-то схватил, и не до крючка, за волосастость эту, за опушку мушки схватил. Интересно, кто? Окунь или плотвица? Уже хотел менять муху, думал, ну все, сейчас еще 2-3 заброса, и надо искать что-то другое. И вот получил поклевочку. Значит, сейчас немножко еще задержусь на этой мухе. В общем, надо подобрать что-то. Сейчас стоит просто у меня сухарик. Так называемая сухая муха, огруженная 0,17 дробинкой. Вот на нее пока вот только из десятка забросов одна подтяжечка. Надо, значит, что-то другое искать. Сейчас попробуем такую имитацию ручейника, еще что-нибудь в таком духе. Что-то сухарик не впечатляет, хотя хвостик красненький есть, как точка атака. Вот и самое маленькое, что у меня есть, вот такая муха. Латунная головка. Этот. Потом дабинг такой зеленоватый. И кончик красной ниткой обмотан. Ну вот единственная надежда, что такой малявкой получится соблазнить плотвичку. Если же нет, тогда ставлю гулибаггера. Пробую поймать еще окуня на него и перехожу на силикон. Если на вулибаггера даже окунь не отзовется, попробую поискать на мотылика плотвичечку. Есть плотва на муху. Есть. Если не свалится, конечно, то я подержу в руках. Сработала таки зелененькая мушка, самая маленькая, с красным хвостиком. Ух, ну все, на муху поймал. Как хотел, теперь можно и на силикон при желании переходить. Так, отпускаем красотку
серебристая. Опа. Размер-то не самый прям пиписочный. Ну, наверняка тут есть особей потолще. Но сомневаюсь я, что есть у меня шансы их поймать сегодня. Пойдем сходим на другую точку. Посмотрим, что там. Будем снова с этого мостика попытать удачу. Легкий вес 0,3. В прошлый раз я здесь, по-моему, 0,5 кидал. Плюс резинка крупная какая-то там. Там-то еще что-нибудь. Сейчас попробую на мотылика. Вот это гигант мелкий. Ну, хоть такой, да? Сегодня даже на окуне все как-то глухо. То ли давление его придавило с этими похолоданиями, то ли кто его знает. Есть. Опа. Еще одна красавица. Но уже на силикончик. В прошлый раз здесь Латву с этого места не удалось мне уговорить. Только мелкие окуни. В этот раз Латвичка тут есть. Опа. Давай. В общем, чистку тюльпана приходится производить после каждой проводки. Сразу проводка, завершаешь, и тюльпан полный льда. Так вот приходится. О, холодно, ну а что поделать? Ну, еще поймать бы пару рыбок и все. И можно счастливому пойти домой. Опа, опа. Ой, пиписочный окушочек. Ну да ладно, мы тебе рады. Спасибо, дружище. Опа, классно. Опа, опа. Ну вот стайка окуньков где нашлась. Значит, там, значит, в верховьях у сброса вообще не отзывается. А вот тут вот нашелся. Мелкий, правда. Ну да ладно. Зато на мормышечку. Ух. Что там все такие отборные мелкого калибра. Да. Хорошо, что ничего без бороды хоть легко снимается. Окунь с крючка. Мотылька мне откусил. О, хорошая плотвица. Опа. Опа. Ну-ка, идем сюда, чтоб не упало. Вот это. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Плотвичка. Опа. Мы уже на утолщение пошли. Красотка. Так. Давай. Опа. Класс, 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 класс. Так, все, на этом месте закончу вот этой последней плотвичкой, пойманной толстенькой. Все, пойду на ту сторону, попробую сходить еще. По снегу там, по сугробам пролазить.
И все, их надо валить уже отсюда. Замерз уже как собака. А сюда он пришел, мужчина с двумя ребятишками порыбачить. Только я ушел. И вот так вот разминулись. Да, стоял и ловил. Пару часов не было никого. Только я сменил точку. И они уже пришли, ловят на поплавочек, плотвичку. Ну, а я пойду сейчас попробую туда пробраться все-таки. На тот бережок ниже по течению куда-нибудь пролезть туда. В общем, все. Точно теперь можно завершать свою рыбалочку. Проползал, пролазил по этим дачным участкам разным. В надежде найти на участке реки какой-нибудь еще затишок, разливчик. В итоге нифига не нашел. В общем, все. Буду заканчивать. Ну, удовольствие получил. Хотел прийти, пришел. Хотел половить мухами, половил. Хотел поймать на муху. Да, поймал. Ну, одну рыбку всего лишь сегодня поймал на муху. Не хотела рыба отзываться. Ни окунь, что удивительно, на эти мушки не ловился. Ну вот, плотвичка одна соблазнилась, вообще шикарно. Вообще не думал, что удастся все-таки уговорить на поклевку. Потом пробовал вулибагеры, нимфочки. Нет, окунь молчал. В итоге с точки ушел на другую. И там вот, как вы видели уже, поймались мне там мелкие окушочки, плотвички парочка. В общем, рыбалкой доволен. Пока бродил, лазил, уже мне жарко. Ты там стал, замерзал, то руки горят, все горит. Вообще жар, можно еще рыбачить хоть до самой темноты. Но уже подустал. В общем, прекрасно порыбачил. Можно дальше продолжать ждать весну. Зуд снял, как говорится. Ну и ладно. Дай бог будет еще оттепели. Еще где-нибудь там охточка оттает, можно будет сходить половить. Или же даже сюда опять вернуться. Ой. В общем, все. Устал, спать хочу. Все, до новых встреч на канале, ребят. Пока-пока.